Сегодня 11 сентября, у нас день отъезда. Лодки продолжают плавать вверх в Киеве. Почти 9 утра. Ветерок разгуливается опять. Море пока спокойное. Пляж Сады-Морей. Решили попрощаться с морешком. Хорошо бы, если бы на следующий год пришлось приехать. Крыши все еще лежат. Пойду на волну посмотрю, раздеваться не хочется. Море, конечно, прекрасное на вид. Вот оно, наверное, холодное. Или ветер, может, холодный, когда будешь вылезать. Ну, да, что-то прям не хочется лезть-то. Это все так прозрачненько. Вот. Солнышко. Я думаю, разогреет. Обещает вроде до 28 градусов разогреть. Но ветер, как всегда, все испортит. Вот так вот у нас лежаночка. Кустик устроился между крышами, чтобы ветер не так беспокоил. Кустик, ручка нам сделай. Все, вот мы в холле, собираемся уезжать, ждем такси, квартиру сдали, все нормально. Вот такой у них холл с консьержкой, цветочки, очень приятно, красивенько. Вот такой уголочек отдыха. Вот туда прямо, это к лифтам. На вокзале в Новороссийске. Поезд наш подали. Вот идем. Все, сели. Место 7-8. Новороссийск, Геленджик, прощай. Москва, здравствуй.